Мечта призывника в этом году сбылась у 15 юношей из Саратова. Они отправились служить в элитный полк Вооруженных сил России. Их проводы в армию совпали с Днем призывника. Подробности с этого мероприятия у Юлии Шишкиной. Помилуй ты, спаси от нас, яко благ и человеколюбец. Через несколько часов эти новобранцы отправятся в свои военные части. Православный священник благословляет их прямо в зале военкомата. Из 32 призывников двое остаются служить в регионе. 15 человек зачислены в военно-космические войска. И еще столько же в президентский полк. Элита прошла жесткий отбор, испытания, согласование. С нами беседовали психологи, проходили тесты специальные. Качества основные там сдержанность, выносливость, стойкость. Выдержать час в карауле без движения – это не шутка. Они уже знают, что им придется много времени уделять строевой подготовке и владению оружием. Старшие товарищи уверяют, вам достался счастливый билет. Каждый год в президентский полк отбирают из 15 тысяч кандидатов. Я не исключаю той возможности, что те ребята, которые здесь сидят по правую руку от меня, будут участвовать на этой же соборной площади и встречает президент Российской Федерации. В зале военкомата родители и друзья призывников, школьники. Каждый год Саратовская область направляет в армию 7 тысяч новобранцев и 2 тысячи контрактников. Действующие военные желают призывникам служить честно и серьезно отнестись к такой угрозе современного общества, как наркомания. Сейчас в области на учете состоят 6 тысяч наркоманов, в основном молодежь. К радости, в общем-то, к нашему удовлетворению, те призывники, которые идут на вооруженные силы, фактически не сталкиваются с этой проблемой. Ну, единичный случай у нас имеет место быть. Вот недавно буквально выявили случай потребления наркотиков призывником. В общем, приняты соответствующие меры. Вот. Но я думаю, что все в ваших руках. Призывникам, как на Новый год, вручают массу подарков. Наборы гигиенических принадлежностей от губернатора, памятки с правами военнослужащих российской армии, книжечки с православными молитвами от церкви. Но главным подарком стало разрешение попрощаться с домашними. Последние 10 минут перед отправкой в армию. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.